Займи гостей, Аннушка. Давно изволите находиться в Москве? Я в Москву прибыл с неделю из Риги. Генерал Карлович несколько ранее из Варшавы. Генерал Карлович имеет честь представлять у царя интересы моего короля Августа. Отрадно, что ясне вельможна пани пользуется доверием молодого монарха. Конечно, после Европы скучновато в Москве. Но мы в скорости, Бог даст, замиримся с Турцией. Заставим всех носить немецкую, венгерскую одежду. Разбойников из Москвы повыведем. Прошу всех к столу, чем Бог послал. Уж не из киниксек или голубей соус на столе, коих на ваш Венеркин алтарь приносит. Ай, 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 вы все изволите шутить, ваше величество. Мои господа, за здоровье и благополучие его величества, цара всея Руси. Государь, если вы позволите вернуться к беседе... За любезного друга сердца польского короля Августа! А голуби твои что-то свиньей попахивают, господин посланник. Государь, сейчас у вас есть такой случай, как никогда, чтобы закрепиться на Балтийском море, забрать у шведов Ингрию и Карелию, эти исконные русские вотчины, закрепившись на Балтикум, выйти в Средиземное море и, утвердясь при море, достигнуть мировой славы. С Холландией, Англией, Шпанией и Португалией